По словам Сергея Симкина, день, когда его дом остался без света, протекал обычно. Ничего не предвещало беды, но тут нагрянули электрики, залезли на столб и сняли провода. А на вопрос мужчины, за что его оставили без блага цивилизации, ответили, что за свет он должен 5000 рублей. Я говорю, как 5000 долларов, когда мы каждый месяц оплачиваем? Ничего не знаю. Собрался, уехал. Мы поехали в Энергосбыт. Туда пришли. Они говорят, у вас задолженность. Ладно, туда-сюда походила она, потом приходит, говорит, вы хорошо, что вовремя приехали, у вас задолженность нет, все погашено. Ой, а как они объясняют то, что отключили свет? Все? Они никак не объясняют. Заставили нас оплатить за подключение света. А зачем мы должны платить, если они сами отключили, ни за что? За подключение света Сергей заплатил 3000 рублей, хотя, по его мнению, делать он этого не должен. За что он отдал свои кровные, мужчина понять не может, собственно, как и мы. А ничего не говорят, у вас задолженность, и все, она потом говорит, пришла, сказала, что мол, задолженности нет, у вас все погашено. Откуда все погашено, когда у нас задолженности и не было ее совсем? И все, и заставили нас оплатить, вот честно. Задать вопрос, как мужчина остался без света, не имея долгов, мы решили, читая Энергосбыту. Пока это выглядит все так, что у человека долгов не было, а люди приехали, отключили, еще непонятно за что с него 3000 рублей, грубо говоря, содрали. Вот хотелось бы ваш комментарий услышать по этому поводу. Смотрите, по данному адресу показания прибора учета потребитель нам не предоставлял. У нас показания прибора учета предоставляла сетевая организация. Последний раз потребитель предоставлял показания в марте 2024 года. То есть с марта потребитель нам показания не давал. Мы считали по показаниям, которые нам предоставляла сетевая организация. И по тем показаниям у него образовалась задолженность. О задолженности Сергея предупреждали 14 мая в мобильном приложении. Потребитель потребляет электроэнергию и не предоставляет нам показания. Мы ему считаем по тем показаниям, которые нам предоставляет сетевая организация. Если нет показаний от сетевой, значит мы согласно 354-го считаем по среднемесячному потреблению. Потребитель оплачивает 500 рублей. Грубо говоря, я даже не знаю, как простым еще языком сказать. Потребитель оплачивает 500 рублей, а начисление у него идет больше. Ну, то есть он как бы не доплачивает, поэтому у него образовывается задолженность, да, я правильно понимаю? Да, он не доплачивает до тех пор, пока он не передаст нам достоверные показания своего прибора учета. Так ли это на самом деле, возможно, решит лишь суд. Именно туда намерен обратиться Сергей, чтобы разобраться в ситуации. Андрей Слепнев, Жаргал Цириндашеев. Новости дня.